как давно я не был дома. И было ли это место моим домом? Каждое утро я хотел лишь одного, чтобы этот день поскорее закончился. И начался новый, в котором, как мне хотелось верить, будет больше смысла. Вокруг было столько людей, но при этом почти никого. Одиночество, оно не только в сети, если вы понимаете, о чем. Каждый живет сам по себе, в своем собственном мире. В мире, где никого ничего не касается. Все ценности, в которые верил, оказываются пустыми. Да только пустоту эту осознаешь, лишь отказавшись от них. Самое интересное начинается только тогда, когда все приходится строить по новой, заново, с нуля. Я не знаю, где будет мой ночлег завтра, и я сам выбрал такую жизнь. От старой жизни остался лишь рюкзак за плечами, в который успел бросить пару вещей, и знания, которые, как известно, за плечами не носить. Они остаются с человеком навсегда. И камера. Весь мир впереди, а там, куда дорога выведет. Мне открыт весь мир. Куда приведет меня новая дорога, остается лишь предполагать. Мой путь продолжается и ведет меня еще дальше. На край земли.